Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического отдела. Тема: основные ценообразования на лекарственные средства. План. Первое. Цена. Функции цен, факторы, влияющие на цены лекарственных препаратов. Второе. Стратегии ценообразования. Третье. Формирование ценовой политики на лекарственные препараты в аптеке. Ключевые вопросы. Цена – денежное выражение стоимости товара. Ценообразование – процесс установления цены на товар. Стоимость, выраженной в деньгах, ценностью чего-нибудь или размер расходов на что-нибудь. Классификация цен – фиксированные, регулируемые цены, свободные цены. Процесс формирования цены на лекарственные средства. Постановка задач ценообразования, определение спроса, оценка издержек производства, проведение анализа цен и ассортиментов товаров, конкурентов, выбор метода установления цен, определение окончательной цены и ее изменения в будущем. Характер ценообразующих лекарственных средств. Расходы, прибыли и налоги, спрос и предложение, качество лекарственных средств, социальные факторы, международные факторы. По определению ВОЗ, доступность лекарственных средств – основной определяющий фактор доступности системы здравоохранения для пациента. Основными задачами формирования национальной лекарственной политики является обеспечение доступности населения эффективных, безопасных и качественных лекарственных средств, качества лекарственных средств и фармацевтических услуг, рациональное использование лекарственных средств. Референтное ценообразование. Расходы на лекарственные средства продолжают увеличиваться, что наряду с глобальным финансовым кризисом вынуждает правительства разных стран прибегать к различным методам экономии средства, одним из которых является внедрение практики референтного ценообразования, позволяющей значительно ограничить средств на возмещение стоимости препаратов. Методы и механизмы формирования цен на лекарственные средства. Спрос, предложение, рынок. Методы и механизмы формирования цен на лекарственные средства. Взгляд покупателя. Для потребителя нет приемлемой цены. Для него она всегда высокая. Благодарю за внимание.